Седьмой канал разыграл тур в Ергаке. Уже в субботу в природный парк отправится студентка КрасГАУ Мария Погорельченко. Нашему каналу она призналась, давно мечтала там побывать. Напомним, всю неделю в группе ВКонтакте мы разыгрывали тур в Ергаке на двоих. 7 дней пеших экскурсий среди гор, отвесных стен и изумительных водопадов с инструктором и фотографами. Следите за соцсетями седьмого канала, скоро будет много хороших розыгрышей.